Дорогие друзья, добрый день из фонда «Горный Петербург». Сегодня у нас финал чемпионата России по дартсу. В парном разряде вступают команды Новгородской области и Пензы. С вами я, Никита, и мой коллега Дмитрий. Дмитрий. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Заканчивается у нас чемпионат России. Сегодня у нас парный разряд. Встречаются действительно настоящие чемпионы. Действующий и бывший. Сегодня у них со своими напарниками они выступают. Итак, ребята начинают разыгрывать начало. К слову, вчера Александр Борис Кольцов стал победителем чемпионата России по дартсу в личном разряде. Играя против Андрея Прялкина. Умопомрачительный результат 6-1. Также неплохо начал он сегодня. У нас 100 очков в первом же подходе за Борисом. И скромное начало Романа Обухова. Ребята до финала и те, и другие проделали достаточно сложный путь. Было все непросто. Если, допустим, у Бориса и Александра Орешкина встречались на пути такие гиганты российского дартса, как Шевель Александр с Александром Акутовым, в нешуточной схватке они смогли вырвать победу со счетом 4-3, то Роман Обухов и Александр Муковин сцепились с Кириллом Фадеевым и Михаилом Курицыным из города Пермь. Там была тоже не менее шуточная борьба. Но вот теперь они встречаются в финале. Пока что преимущество за командой из Новгорода. 60 очков. Очень уверенный старт у команды Новгородской области. Чем не могут ответить пензенцы? Да, локомотивами у обоих команд выступают их капитаны Борис Кольцов и Роман Обухов. 93. На заднем плане у нас параллельно проходит второй полуфинал у женщин, где играют команды Ижевска и также Новгорода. 41 очко набирает Александр Муковнин. Возмущается Борис Кольцов. Недоволен своим результатом. 66 очков. И зарабатывает всего 66 очков. Для Бориса Кольцова это результат ниже среднего. Да, действительно, Никита прав. Но тем не менее, выводит своего напарника. Он уже на окончании. 42 достаточно комфортная цифра. Я думаю, Александру не составит больших проблем это закрыть. Пойдет через топс. Так и есть. Лэг закрывает. Александр Решкин 1-0 на Новгородской области идет. Да, абсолютно уверенное начало. Задает тон всей игре. Со 100 очков начинает команда Пензы. Борис Кольцов отвечает не самым уверенным результатом. Но мне кажется, все-таки к финалу и те, и другие игроки подходят достаточно вымотанно психологически, потому что преодолевая стадию со стадией на этом турнире, приходится выкладываться полностью, и игроки после таких соревнований, приезжая домой, чувствуют себя как выжатый лимон. Достаточно вспомнить игру тех же Кирилла Фадеева и Михаила Курицына, когда на стадии 1-4 они, проигрывая 0-3, все-таки вырвали победу со счетом 4-3, но это стоило таких эмоциональных усилий, что следующую игру они уже так не смогли сыграть. И, к сожалению, выбыли в полуфинале. Роман Обухов начинает розыгрыш. Идет через двадцатку.
и зарабатывает 6 очков. Пока что Пенза опережает своих соперников. 100 очков. Но это было ненадолго. Борис Кольцов тут же отвечает. Александр Муков не начинает. Тоже пытается разыграть через верх. 41. И зарабатывает 41 очко. Пенза прежнего впереди, но их разрыв не слишком большой. Экономит его Александр Решкин, зарабатывая 42 очка. Да, тем временем мы можем наблюдать, как завершился второй полуфинал у женщин и выигрывает команда Новгорода. Тем временем Пенза отстает, но разрыв по-прежнему минимальный. 15 очков зарабатывает Роман Обухов. И разрыв повышается. 100 очков. Но ненадолго. Александр, остаток 144. Достаточно высокий средний набор у команды Новгорода. Почти 80 очков. И очень сильно отстают от них пензенцы. Но исправляется Александр Муковнин, выводя своего напарника на отличное закрытие. Удвоение восьмерки. Есть шанс сравнять счет в этой игре. Или же вовсе закрыть этот лэг Александр Решкин, но пока что не получается. Не получилось закрыть его Александра Решкина. Роман, остаток 16. И осталось 16 очков у Романа Обухова, чтобы выиграть. Финальный бросок. Нет. 14 очков на бал. Оставляет Сталинград Роман. Всем игрокам, которые играют дарт, достаточно хорошо известно, насколько это не самое комфортное закрытие. И пытается Борис закрыться через бул и недоволен своим броском. Оставляя 25. И все внимание на Александра. Чуть выше проволоки. Еще два дротика. Справляется. Победный крик Романа Обухова. Очень рад он за своего напарника. Ну что ж, у нас выровнялся баланс сил в этой игре. 40 очков. Разозлился Борис Кольцов, не на шутку. Это видно не только по его набору, но и по его действиям. 100 очков. Роман Бухов отвечает почти что чем. Миллиметра не хватило на утроение. Да, нужно завестись все-таки игрокам, несмотря на уже концовку дня, сил психологических все меньше и меньше, но победа достается только таким тяжелым, в том числе и психологическим трудом. Нужно выдерживать высокое эмоциональное напряжение и играть через «не могу» и «не хочу». 83 очка зарабатывает Александр Орешкин в Новгородской области. И Александр Муковнин зарабатывает на очко. Не самый уверенный старт. Подбадривает своего напарника Роман, несмотря на небольшой набор. А тем временем незаурядную просто стабильность показывает Борис Кольцов, как вчера в финале чемпионата России. Продолжает долбить утроениями двадцатки, нанося критические удары по обороне пензенцев. 100 очков Романа Обухова, но везет все еще Новгородская область. Почти в два раза. Разрыв очков составляет. Александр Орешкин попадает в утроение своей волшебной левой рукой. Но немножко подводит его на втором броске.
80 очков итогово. Осталось 58 в Гродской области для того, чтобы выиграть. Ну, у Бориса слишком большое преимущество, что позволит ему спокойно закрыться. Борис, остаток 58. Но, тем не менее, что-то пошло не так. Недоволен собой Борис. Но отставание их соперников слишком велико. Будет еще не одна попытка на то, чтобы закончить этот лэг в свою пользу. 70. Думаю, не стоит труда Александр Вешкин сгрызет лэг. Десятка. Осталось 10. Перебор. Колоссальный перебор. Остается 20 очков команды Новгородской области. Посмотрим, что предпримет Александр Бакунин. Да, в истории дартса полно таких случаев, когда у соперника разрыв более 300 даже очков бывает. И когда ты не можешь закрыть свой лэг, а соперник тихой сапой к тебе подкрадывается и закрывает первым дротиком, это бывает очень обидно. Но посмотрим, так ли сегодня будет. Конечно же нет, потому что у нас играет чемпион России 2018 Борис Кольцов. Начинает так Александр Обухов. И не попадает в троение. Зарабатывает всего 60 очков. У Романа Обухова и Бориса Кольцова это уже не первая встреча, как в парном, так и в личных встречах. Стоит вспомнить несколько лет назад в финале чемпионата России, когда Роман Обухов, проигрывая, все-таки сделал волевую победу и стал чемпионом, обыграв Бориса в финале. Ну вот посмотрим, как сегодня будут развиваться события. Пока что сейчас проигрывает Роман со своей командой. Сможет ли он здесь одержать волевую победу? Всего 40 очков заработал Александр Орешкин. Тем не менее, в общем зачете преимущество остается у команды Новгородской области. Вот оператор нам показывает средний набор команд. По-прежнему большое преимущество у команды Новгорода. Пытается Роман Обухов выровнять эту цифру, но не сильно приближается пока что. 60. Гораздо более увереннее действует команда Пензы в этом леге. Решил Александр Орешкин поменять сектор, потому что цифра 20 не идет, что у Бориса, что у Александра. Но и это не спасает его. Что-то не клеится у новгородцев. Подходит к линии Борис Кольцов. И первый трипл. Второй не получился. 100 очков. 100 очков зарабатывает Новгород. Наконец-то. Мы видим большие очки. Команда Новгородской области. 18. И не попадает сразу двумя дротиками Александр Муковнин. Зарабатывает 18 очков. Но ничего страшного, у них будет еще одна попытка. Александр Орешкин, многократный уже участник чемпионатов мира в Лондоне. 56 очков. Набирает 56 очков и выводит свою пару на закрытие. Оказывая небольшое давление на Романа. Так и есть, Роман не справился. Первый дротик летит мимо цели. И второй дротик летит не туда, куда нужно. И вот это уже достаточно опасно. Для Бориса Кольцова нет незакрываемых сумм. Все, что ниже 170.
Возможно, он нам даже покажет сегодня мастер-класс на высоких закрытиях. 14 очков. 4 очка осталось команды Пензы. 98. И Борис Кольцов очень уверенно набирает 98 очков. 4 очка требуется закрыть Александру Муковнину. Волнение, конечно, сейчас колоссальное у игрока. Александр Орешкин. Любимый сектор для закрытия. Не раз он это проделывал и еще не раз проделает. Отличное исполнение первым же дротиком. 3-1 становится общий счет. Новгородская область уверенно ведет. Первый трипл, второй затем же. И сразу 180 очков. Очень уверенный старт за Борисом Кольцовым. Да, потихонечку разгоняет свой локомотив Борис Кольцов. Есть у них шанс с Александром заработать уже шестое чемпионство в чемпионатах России. Напомню, сейчас они являются пятикратными чемпионами России в парном разряде. Последний свой титул они завоевали ровно год назад на чемпионате России в Электростали. Смогут ли сегодня? Шансы на то, что это случится, все больше и больше. 100 очков. 100 очков заработает Александр Орешкин. И пока новгородцы ведут очень уверенно. 41. 41 очко. Да, ребята почувствовали вкус крови. Раздосадован Борис Кольцов результатом. Не, но тем не менее, все равно уже сумма возможна для закрытия. 164. Такие не раз уже ребята закрывали. 50. Отстает Пензы на целых 100 очков. Александр Орешкин движется через свой любимый сектор. Троение. И 100 очков зарабатывает. Да, непростая задача сейчас у Александра Муковина вывести своего напарника на сумму для закрытия, чтобы себе обеспечить хотя бы мизерный шанс для возможности выиграть этот лэг, но не получается. Достаточно скромный набор. И у Бориса большие возможности для того, чтобы вновь одержать победу в этом лэге. Топс. 24. Чуть выше проволоки. Есть от чего расстроиться Борису, но шансов еще много. 45. 45 очков зарабатывает Роман Ухов. Почему он не списываешь? Очень рассеянно. Очень рассеянные броски. И Александр Орешкин прицеливается и не попадает в удвоение. Снова нет. Удастся ли закрыть Орешкину лэг? Нет. Нет. Досадная крайняя ошибка. Вместо удвоения 10 попасть в 6. Не самый простой сектор, конечно, для закрытия. И сейчас все внимание зрителей на Бориса Кольцова. 59. Борис, остаток 4. Три дротика на то, чтобы сделать счет 4-1. Перебор. Ну вот то, о чем я говорил. Роман, остаток 96. Сектор засада. Удвоение семерки. Семьдесят шесть и два дротика. Шанс еще есть. Одному Богу известно, что сейчас творится в душе у игрока. Буря и шторм. Сбился прицел, очень сбился прицел Романа Обухова. Александр, остаток 4. Видно волнение. Ну что придумает Александр? Будет сразу же или будет раскладывать? Решил прямым. Не попадает.
Через тройку и четверку. Перебор. Ну вот, что-то не то пошло в игре. У команды Новгорода есть отличный шанс чуть-чуть сократить разрыв. Александр на рубеже. Все больше и больше шансов дают Новгород своим соперникам. Но не подает Александр Буковнин. 31. 31 очко зарабатывает. Однако разрыв минимален. Лэг. Вопросы закрывают. 4-1. Общий счет. Начало Пензенская область. Вот, дорогие друзья, мы только что видели классическое разложение окончательного удвоения в исполнении Бориса Кольцова. Решил он больше через 14 не играть. 140 очков. Что называется, классика жанра. Берите на вооружение. Очень уверенно становились пензенцы. Но и Новгород не отстает. 140 и 100 очков соответствующе. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас будет борьба до 6 побед. И у Новгорода остается выиграть всего лишь 2 лега. В отличие от Пензы, которым предстоит 5, целых 5 лагов для победы. Александр Орешкин прицеливается. И немножко подводит его изящная левая рука. Ну, очень скромный, конечно, подход в исполнении Романа Обухова. 98. Почувствовал слабость у соперников Борис и тут же отправляет один дротик в утроение. Еще больше увеличив преимущество не на своем начале, дорогие друзья. 26. Александр Муковнин набирает всего 26 очков. Видно волнение игроков Пензы. Да, возможно, пензенцам стоит поменять все-таки сектор, опуститься вниз. Обычно так делают, когда поберечь силы, все-таки вверх и вниз, рука устает. Но посмотрим, смогут ли они что-то переломить в своей игре. 40 очков. А то лэг крайне неудачный получается. Второй друг не удается отправить Роману Бухову утроение. Впрочем, как и третий. Но Роман Обухов, тертый калач, достаточно опытный боец и все-таки продолжает гнуть свою линию. И это дает свои плоды. 110 на 170. 134. Уверенно выводит Борис своего напарника на окончание. И перед Александром стоит сложная задача. Оставляет 90 через 18, не попадает в утроение. Александр Орешкин, 3 дротика будет на закрытие. 43 очка. Александр, остаток 36. Остается 36 очков всего лишь у команды новгородцев. И будет действовать Орешкин, как в прошлом лаге. Попытался через удвоение на 18, не вышло. Лэг. Закрывает Александр Орешкин лэг. 5-1. 5-1 общий счет. Новгородская область. Да, подавляющее преимущество новгородцев. И будет достаточно символично оформить свое шестое чемпионство в чемпионатах России со счетом 6-1. Но будем надеяться, что все-таки команда из Пензы еще посражается. 100 очков. Уверен, старт обоих команд. 100 очков у Пензы и Новгорода. Орешкин первым же броском попадает в трипл. Затем и второй. 180 очков! Шикарнейшее просто в исполнении Александра Орешкина. Роман Муковнин почти может похвастаться тем же. Но пока пензенцы отстают. 93. Что просто нельзя делать.
Среди зрителей, дорогие друзья, мы можем наблюдать на передних рядах Александр Башарин в сиреневой кофте, номер 2 текущего рейтинга Федерации дартс России. И снова отличный бросок в исполнении Александра. 88. Оставляет он топ своему напарнику, чтобы сделать шестое чемпионство в своей карьере. Осталось немного, дорогие друзья. Но Роман Мукунин сжимает, отправляет первый дротик в трипл, но зарабатывает всего 62 очка. Борис, остаток 40. Борис первым броском, нет, не первым. Мог закрыть лэг, но вторым уверенно закрывает. Все. Команда «Гороскоп» становится чемпионом России. Борис Кольцов и Орешкин Александр становятся чемпионами России в 2018 году в парном разряде по дартсу. На этом спасибо, дорогие друзья. Всего вам доброго.